Кузбассе снова свирепствуют клещи. Только на прошлой неделе в травмпункты обратились 213 жителей региона. В прошлом году подобных случаев было в два раза меньше. Такие данные приводит Роспотребнадзор. Активность клещей специалисты ведомства связывают с сухой и жаркой осенью. В спячку паукообразные впадают при температуре воздуха меньше 5 градусов тепла. И осенью, особенно такой теплой, как эта, они могут быть не менее опасны, чем весной. Медики настоятельно рекомендуют людям, в которых клещ все-таки впился, незамедлительно обращаться за врачебной помощью, а клеща сдать в лабораторию.